прекрасное дерево было когда-то, и при утверждении плана реконструкции сквера администрация обещала жителям, что ни одно дерево не пострадает. Сколько здесь уже их вырубили и вывезли, невозможно, в принципе, уже зафиксировать, так как пни оперативно вывозятся, но деревьев все меньше, обрубаются их корни. Просто сотрудники полиции помощь оказать никакую не могут, зафиксировать наше обращение тоже не могут, так как говорят, что это не в их компетенции.